мой двор, мои друзья – донечане. Это моя родина – Донецк. А Донецк – это Украина. Нет других слов. Это Украина, это Донецк. Я считаю себя донечанином, гражданином Украины, живущим в Чернобыле. Здесь те знакомые, которые взяли в руки автоматы и пошли. А есть те, которые потом эти автоматы бросят. Вот, есть те, которые... Они просто вот после того, как они это сделали, они для меня встали на другую сторону. То есть я не могу себе... Мой внутренний бандеровец не может себе как бы позволить дружбу с человеком, который стреляет такого же, как я. Даже не просто дружбу, даже простое общение. И на самом деле у нас здесь достаточно большое количество людей, которые непосредственно понимают, что происходит в Украине, и понимают значимость того, что если сейчас мы не отстоим как бы свою страну, то мы ее можем лишиться. Халло, молим! Я предложил эту идею Целокса, я как бы, я, опять же, не хочу себя как в чем-то впячивать. Это, я считаю, просто долг каждого человека, каждого гражданина, чем-то помочь. Я помогаю так, кто-то помогает по-другому, кто-то помогает добрым словом, кто-то помогает финансово, кто-то помогает еще как-то. То есть в любом случае должна быть какая-то сопричастность. Опять же, это все благодаря тем людям, которые на все это откликнулись, и тем людям, которые в Украине воюют, потому что мы помогаем им. А мы здесь не главные, главные они. Главное, те ребята, которые держат Донецкий аэропорт. Потому что для меня, как для донецчанина, это самое теплое в сердце, то, что в Донецке есть украинские войска. В Донецком аэропорту. Это то, что согревает душу любого проукраински настроенного донецчанина. Вот даже мне не нравится даже слово «проукраинский настроен», потому что Донецк – это Украина, она не может быть настроена как-то по-другому. Посольство Черногории будет сокращаться. В принципе, разговоры об этом шли еще с начала середины 90-х годов. Вот, но решение не было принято. Мне кажется, все-таки имеет смысл сохранить Черногорию как плацдарм и нашу диаспору как карту в переговорах дипломатических, нежели просто закрыть глаза и убежать от нее. И мы сформировались, мы помогаем нашей армии, мы помогаем Украине, мы стараемся что-то сделать для Украины. И посольство вот в его нынешнем составе тоже пытается это сделать. Но как мы это можем сделать, фактически не имея посла, просто не имея никаких инструментов для того, чтобы донести свою позицию. Собираем просто подписи, как бы, о том, чтобы нам вернули посла, как говорится, у Украины, вот, потому что без него тут просто, скажем так, вся жизнь не то что стоит, она просто отсутствует. Вот. То есть физически без посла украинская община здесь, в Черногории, она просто без рук и без ног. Это Сербия заняла откровенно пророссийскую позицию. То есть, хотя там последний визит Путина и был в Сербию для него ошеломляющим, то есть ему сказали, что да, мы с Россией дружим, но мы выбрали европейский путь. Но тем не менее, даже просто российской разведки в Сербии — это каждый второй. То есть политически противостоять Сербии, вот, ее, так сказать, влиянию, просербски, пророссийским группам здесь, в Черногории, лоббировать интересы Украины здесь физически невозможно. Дорогу дали,
мене на зорі провожав. І рушник вишиваний на щастя, на долю давав. Я живу здесь 7 лет. В последнее время появились люди, которые живут месяц, два, три, и которые появились именно благодаря, ну или вопреки потому, что это случилось. То есть кто-то бежит реально. Есть мальчик был из Луганска, он накануне взятия СБУ уехал. Они, вся семья из прокуратуры. Очевидно, они знали, что будет что-то происходить, и просто сына с ребенком, с женой отправили сюда. Мы, естественно, заинтересованы, чтобы было посольство. Нам хочется этого, нам комфортнее так. Могу сказать, что, опять же, психосоциально Черногория ближе к Украине, к ситуации в Украине, чем Сербия. Потому что Черногория – это аналог Украины на Балканы. Черногория, она меньше своего крупного соседа Сербии. Сербия тяготеет к объединению земель вокруг себя, при том, что Сербии на самом деле мало что есть предложить этим землям. Сербия мечтает о великой сербской идее, о великой сербской державе. Черногория хочет жить по пидеревьянскому, вот так вот. Просто нам хорошо, вот какие мы есть. А сколько подписей вообще собрали? Посчитаем потом. Собираем потихоньку. Ти мене на зорі провожав, і рушник вишиваний на щастя, на долю давав.